Правительство дополнительно направило 15,5 миллиардов рублей на поддержку жителей Курской области. Средства направлены на приобретение жилья гражданам, у которых оно было утрачено, и тем, кто не может временно проживать в своем доме, и на строительство и функционирование пунктов временного размещения с бесплатным питанием. Финансирование также направлено на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Курской области. Особое внимание глава правительства попросил уделить обеспечению доступности медицины для жителей Курской и Белгородской областей, которые обращаются к врачам за пределами своей регионов. В связи с увеличением финансовой нагрузки на территориальные фонды ОМС предусмотрены средства в размере более 1 миллиарда рублей на покрытие их расходов. Правительство также выделило финансирование на закупку медицинского оборудования для пострадавших в Курской области. На эти цели регион получит около 600 миллионов рублей. Средства пойдут на приобретение передвижных аппаратов для УЗИ, искусственной вентиляции легких, эндоскопической техники и многого другого. Кроме того, региону выделено финансирование на оснащение автомобилей скорой помощи средствами радиоэлектронной борьбы и специальными средствами связи. Медицинские работники в Курской области, оказывающие помощь участникам специальной военной операции, будут ежемесячно получать соцвыплаты. Размер выплат будет зависеть от выполняемых обязанностей и отработанного времени. Важно в кратчайшие сроки исполнить то, что было обозначено главой государства. Меры, которые мы принимаем, носят системный характер и направлены непосредственно на адресную помощь людям. Коллеги, прошу свести к минимуму бюрократические процедуры, активно участвовать в оперативном решении любых вопросов, которые есть у граждан, и относиться ко всему внимательно. Михаил Мишустин принял участие в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который прошел в Калужской области. Председатель правительства осмотрел выставку, проходящую в рамках форума. Ее участники представили ключевые достижения, а также наиболее эффективные инструменты и практики формирования и развития городской среды. Михаил Мишустин оценил проекты благоустройства, представленные российскими регионами, и ознакомился с результатами деятельности «Дом.РФ». Выпускники программы «Архитекторы.РФ» рассказали председателю правительства о своих проектах и попросили рассмотреть возможность продления программы до 2030 года. Михаил Мишустин поддержал предложение. Выступая на пленарной сессии форума развития малых городов и исторических поселений, Михаил Мишустин отметил, что форум стал местом встречи профессионалов в сфере градостроительства, благоустройства и архитектуры. Главная тема мероприятия в этом году – «Моя семья – Россия». Поддержка семей, особенно многодетных, – приоритет в работе правительства. Для создания возможностей улучшать условия проживания реализуется широкий комплекс мер. В том числе льготное кредитование, единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Для жителей Дальнего Востока размер такой выплаты увеличен до 1 миллиона рублей. Президент особо отмечал роль семьи в жизни страны, подчеркивая, что именно вокруг нее и вокруг детей строятся практически все действия и решения государства. Причем в самых различных сферах – в образовании, в здравоохранении, в экономике, в развитии жилищных программ и в целом в обновлении наших городов, сел, поселков. В ходе поездки Михаил Мишустин также провел встречи с губернаторами ряда регионов и обсудил с ними основные направления работы по развитию субъектов.